Вариации на тему жизни Виктора Николаева – это альбом-каталог творческих работ нашего талантливого земляка. Поскольку автор в силу почтенного возраста не мог присутствовать на презентации, встреча началась с видеосюжета из архива телеканала «Тонус» о персональной выставке художника. Мы представляем книгу, которая является своего рода таким, скажем, обобщением творчества Виктора Григорьевича. Не случайно начали сегодняшний вечер с сюжета о выставке, поскольку, конечно, художник творит. Он творит, сидя за столом, где-то в своей мастерской, но творит он для людей. И самое значимое, наверное, я не ошибусь, здесь много художников присутствует, самое значимое событие в жизни, в творческой жизни любого художника – это персональная выставка. Издание каталога позволяет познакомить с творчеством художника еще более широкий круг людей. Каталог работ Виктора Николаева, полное название которого звучит как «Вариации на тему жизни», вышел в издательстве «Ремарка». Виктор Григорьевич Николаев в 1963 году окончил отделение художественной обработки кости Абрамцевского училища. Овладев костерезным мастерством, художник заинтересовался традициями русского севера и проникся ими. Однако его произведения не только из кости. Художник умеет создавать красоту из дерева, металла, керамики, камня. Вдохновляет его и русская литература. Работы Виктора Николаева многократно выставлялись на различных вернисажах, благодаря чему они известны не только российским, но и зарубежным любителям искусства. Из вступительной статьи читатель может узнать яркие штрихи биографии художника, о военном детстве, учебе и творческой деятельности, о педагогической работе, плодами которой являются более 400 выпускников. Многие из них приняли эстафету у своего наставника и теперь сами обучают молодых мастеров. Абрамцевское художественно-промышленное училище имени Виктора Васнецова, где учился и более полувека работал Виктор Николаев, теперь называется филиалом Академии имени Строганова. Мы пришли именно для того, чтобы поблагодарить за многолетний добросовестный труд в обучении и воспитании студентов нашего колледжа, за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад сохранение традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Мы от всей души желаем Виктору Григорьевичу крепкого здоровья, благополучия и, конечно, новых профессиональных побед. Книга «Вариации на тему жизни» уже востребована начинающими и опытными мастерами-резчиками и любителями этого вида искусства.